Анубарак, время на исходе. Далеко еще до выхода? Нет, мы уже в Верхнем Королевстве. Отсюда мы попадем прямо к основанию ледника. Но будь осторожен, здесь осталось немало коварных ловушек. Берегитесь! Артас! Обвалился весь проход. Раскапывать его нет времени. Придется выбираться в одиночку. Надеюсь, Анубарак и остальные выжили. Так, всем привет, я прямо проснулся. Мы продолжаем проходить Варкрафт 3. Я прохожу уже не первый раз эту миссию. Так, даже ловкость мы убираем нафиг. Наконец-то. Ловкость пригодилась бы. Не стоит подходить к пламени. Тут одна фигня. У меня баг случился, блядь. Пиздец просто. Это золото понадобится. Я вам честно говорю, у меня случился баг, то что я убиваю главного говоря. Так-то лучше. А он не убивается нихуя. Ледяная. Опять эти проклятые нерубские механизмы. Давай, блядь, нерубские, блядь, механизмы. Здесь понадобится точный расчет. Блядь. Все, дурак я. Наконец-то. Я уже не пройду ее, нахуй. Я говорю, об этом не пройду. Я уже, блядь, тороплюсь. Даже я уже замучен этой... Я переигрываю этот момент. Думаю, какой-то там есть... Можно сказать, как сказать, объяснить-то, блядь. Рычаг. Я уже забыл, давно не проходил это. Я, может, тут изменил что-то. Фиг узнает. На самом деле, это, кажется, баг. Это, если это баг, я не смогу это пройти. Это тупиз будет полнейший. Так, это мы все прекрасно знаем. Это мы все прекрасно знаем. Еще раз я еще попробую пройти как-нибудь аккуратненько. Ну, быстренько. Не надейся на быстрый. Так, ты у нас уходишь сюда. Так-то лучше. Не стоит подходить к пламени слишком близко. Все замечательно. Берем золото. Это золото понадобится мне, когда мы доберемся до ледника. Выполняем. Так, идешь сюда. Наконец-то. Пропадай. Опять эти проклятые нерубские механизмы. Нерубские механизмы. Здесь понадобится точный расчет. Наконец-то. Заебись, прохожу я дальше. Ледяная скорбь жаждет крови. Блять, все-таки я задел эту хуйню. Так-то лучше. Блять. Все, я прошел. Да туда так-то нахуй лучше. Не пойду я. Так, подлечимся, быстро лечимся. Никто еще не... одно землетрясение. Блять, убей его нахуй. Наконец-то. Есть. Наконец-то. Ледяная скорбь жаждет. Бля, с этим еще воевать, охуеешь просто. Так-то лучше. Наконец-то. Здорово, братва. Ледяная скорбь жаждет крови. Давай. Быстрее, Артас. Быстрее нужна ловкость, наконец-то. На самом деле, блядь. А я ловкость приебал. Наконец-то. Точнее, блядь, ее отдал. Давай, блядь, еще эта хуйня какая-то магическая, блядь. Наконец-то. Во, это заебись, это хороший знак. Крови. Так, это мы делаем. Трусливое создание. Убиваем тебя, значит. Так-то лучше. Хуй с ними, блядь. Идем сюда. Наконец-то. Дойдем сюда. О твоих страданиях сложат легенды. Есть, я теленько убил. Да хочется уже, бля, финал прийти к этому, бля. Так-то лучше. Артасу, блин, нафиг мне это все. Ледяная говно. Скорбь. Бля, это пидор решил напасть. Ледяная а, нет, скорбь. Он еще не напал, нихуя. Он еще не напал, это заебись. Сейчас убью его и на себя сделаю, а? Слышишь? Ты охуел? Наконец. Так, делаем так. Все, помоги мне убить еще? Его. Бля, у него хэлла мало, он сейчас убьет его нахуй. Ну хуй с ним, зато меня не трогает это заебись. Говори. Так. Ледяная всё, супер. Жаждет крови. Очуменно просто. Не, хэлла у меня полный, мне это нафиг не надо. Наконец-то. Давай, открывай. Так, он открыл.
Здесь самое не неудобное. Сохраняй на это. Наконец-то. Здравствуйте, так-то братва. Лучше. Мне вот нахуй не интересно вообще. Блять. А вот это жопа полная. Так-то лучше. Ледяная скорбь жаждет крови. Уходим, уходим. Как же обойти эту странную преграду? А, наконец-то. Все, они там остались, заебись. Идите вы нахуй от меня, а? Слышите? Ледяная скорбь жаждет крови. Так-то лучше. Как вы переместили меня нахуй, а? Опять глюк какой-то, блядь. Говори. Блядь, сука. Ты хуй с ним пускай воюй там, блядь, с ними. Да дайте мне пройти-то, пожалуйста. Ты узнаешь, что такое боль. Все, я прошел нахуй. Наконец-то. Здорово, а ну барак. А, мы смотрим клипчики, да, смотрим клипчики. А ну барак, ты выбрался? Теперь я понимаю, почему король Лич избрал тебя своим защитником, рыцарь смерти. Немногие смогли бы выбраться из этого лабиринта. Заебись, в атаку, да? Ну ой, что еще? Ой, вас всех нахуй. Еще одно землетрясение. Нам нужно спешить, рыцарь смерти. Так, ты идешь так, делаешь. Кто-то ломится сюда. Занять оборону! Атакуем. Время у нас за 5 минут. Вообще, дофига у нас времени сейчас в данный момент. Я вообще не парюсь ни за что. Никто не смеет мне приказывать. О. Ну что еще? Наконец-то. Появляется у нас народ. Так-то лучше. Блять, иди сюда, Паша. Ну ладно, ничего важного. Блять, усыпили я нашего займусь, великого я. Воина, блять. Опять его усыпили, вы заебали его усыплять-то. Так, надо подлечить своего паучка. Барачского. 4 минуты у нас остается. Так, крови. Господа. Разбит, извините. Времени почти не осталось. Мы должны найти выход. Да выход нашли уже, блять. Выход нашли. Осталась хуйня. Они отрезали нам путь. Придется пробиваться к выходу. Наконец-то. Что, будешь кого вызывать? Никто не смеет мне приказывать. Ну и правильно, погнали дальше. У них 2000 кэлла, блядь, пиздец нахуй, вот, блядь, поганый. Ледяная скорбь. Так, давай, ты сделаешь так. Подлечиваем. А, наконец-то. Есть, баг. Проклятый баг, говори. Блядь. Так-то лучше. Я услышал зов. Где уровень? Что делать, я не знаю. Хорошая штука. Ну это хорошая штука, я корону учу возьму. Интеллект вопс героя. Ледяная скорбь. Все, господа, выходим. Вот это я не мог пройти. Я убивал этого главного. Убивал его. Но при этом... Сейчас. За ней выход на поверхность. Хотелось бы снова увидеть солнце. Не забывай, наверху нас ждет Иллидан. Так что главное сражение еще впереди. Надеюсь, лабиринт помог нам выиграть время. Ну что, заебись. Нажимаем продолжить, конечно. А, отключен я, блядь, и хуй с ними, блядь, нахуй это надо мне. Настройки, играть не в сети. Короче, так, нажимаем, фиг с вами. Компания уже я пролистал, можно сказать, ну, это все, все прекрасно видеть. Вот компания, тут орда, спереди осталось, вот. Точка кипения, и
Синфонии Льда и Пламени. Вот мы это последнее уже увидим уже в следующей серии. Я не знаю, я может все-таки объединю, а может, да нафиг не буду объединять. Пускай так и будет у меня серия на 10 минут, где-то приблизительно. Короче, вот такая у нас ситуация. Да, вы загрузочного экрана не видели, я только-только это показал, потому что я переигрывал. Игру вот эта дверь, которая у меня только что в конце открылись ворота. Они не открывались нифига. Я переигрывал не раз. Я просто замучился этой фигней заниматься, блин. Я думаю, баг это навсегда. Я думаю, я рычаги начал искать. Переигрываю, чтобы время больше было. Вот тут даже намного раз больше времени оказалось. И то, что рычаги не надо было. Ну ладно, на этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии и других прохождений. Всего удачи вам и пока.